Ребятки, всем привет! Мы собрались на ярмарку на Скороганде. Я сегодня в наморднике. Не знаю, что там, плохо я себя чувствую. А сейчас едем за мамой, поэтому одела. Ну и на люди, как бы, чтобы никого не заразить. Пока еще не знаю, что у меня. Но жутко болит голова, горло. И это. И грудина. Как бы не заболеть, ребятки. Не хочу прям совсем болеть. Вот. Ребят, едем на ярмарку. У нас в Караганде ярмарка с 5 числа. Вот. Сегодня 15 число. И будет еще 22-го. Ярмарка проходит на Global City. Вот едем посмотреть, что там и как, что по ценам. Ребятки, ну, может, кого-то заинтересует мой обзор. Так что можете 22 числа еще проехать. Потому что 22 будет последняя ярмарка. Фу, как неудобно, как мы отвыкли от этих масок. Вот, не дай бог, конечно, к этому вернуться. Вот, ну, в общем, едем, посмотрим. Хотим купить мясо. Посмотрим, почем мясо, говорят, там козы. Ну, в общем, все, и овощи, и мясо, и молочная продукция. В общем, все привезено с совхозов. В общем, едем, ребятки. Немножко покажу вам дорогу. Санек, скажешь привет? Привет. Это площадь Гагарина. Вон, видите, Гагарин стоит со шлемом. Такая стела. Это у нас. Сейчас мы выехали с этой улицы Ленина. Сейчас она улица Абая. Это у нас, не знаю, что по правую сторону. Какой-то дом. А, это дом финансов. Вот. Здесь такая, как парковая зона. В Караганде очень много таких скверов для прогулок, для памятников очень много. В общем, здесь вот у нас музыкальная шалкама. Вот. Это вот как бы старый такой вот наш район Караганды. Здесь дома такие, трехэтажки, четырехэтажки. Вот. Вот это улица Бухар-Жырау. Основная наша улица, главная в Караганде. Вот. И сейчас мы въезжаем в Михайловку. Это улица Чкалова. Едем, ребятки, за мамой. Тоже хочет посмотреть, что там продают. А вот. Гаишники не дремлят. В общем, едем, ребятки. Едем. Так, сейчас едем, заправимся. Почему у нас бензин нынче? Бензин по 182 реку. 182. Российское топливо. Мамуська вышла что-то с ведром. Привет. Привет. А ты что с ведром? Ребятки, ну немного вот покажу. Юго-восток. Это у нас улица. Так, мы сейчас выехали с Волочаевской. Это улица, как называется? Орбита. Это уже орбита идет, да? А? Да, орбита идет. Какие-то кафешки, вот строятся дома. Какой-то британский комфортный квартал. Вот пошли новостройки. А вот пошли новостройки. Да, расстраивается Караганда. Вот здесь вот все было пусто. Это вот еще в 2000-х годах, 2010-й, еще было пусто. Ребята, сейчас вот любой клочок земли все застраивается. Сейчас вот мы выехали на Караганду-арена. Там вот, видите, тоже, там уже все новые дома. Вот. Едем. Это теннисный корт, да, Саша?
А, смотри, так здесь уже... Ничего себе, я сколько тут не была. Тут вообще же пустыня была. Да, пустыня была. Обалдеть. Видишь, что они тут натворили. И здесь уже все застроили. Я вообще... И дорогу, да, здесь вот эту новую открыли, да? Давно, да? Да, видишь, все понастроили. Вот не ездила сколько здесь. Обычно мы, видишь, уходили туда прямо и по Спасскому этому. Ну, пятилистник или... Все растет, как на дрожжах. Значит, деньги есть? А? Был пустырь, ребят, вот здесь был пустырь. Вот кто с Караганды уехал... Аэропорт здесь был, взлетная вот полоса. Здесь был старый аэропорт. Взлетная полоса. Взлетная полоса. Вот, ребят, все застраивается. Так что Караганда растет. А? В чем квартира тут, квадратный метр? Наверное, с полмиллиона. С лишним. А здесь уже заселяются, уже, да? Заселенные, знаешь. Уже заселенные дома. Уже заселенные, все заселенные. Да, здесь я не была. Это сейчас мы как раз выйдем на Global City, да? Mm-hmm. А, это вот та улица идет, где магазин Метро вот там. Да. Все, поняла я. Ну хорошо, смотри, что это? Карагандинский. Ну, суд. А, это суд? Областной суд. Ой, не знаю, ребят, в новостройке боюсь жить. Вот почему-то нет доверия у меня. А тем более поиску этажей. Все дворы, магазины, ну, спортивные. Вот те жаксы, очень хороший магазин. Вот те жаксы. Да, вот те жаксы. Это очень хороший магазин. Да, здесь чем-то напоминает Женатас, да, мам? Прям. Ну смотри, вот все такое вот. Построить построили. Так, не, ладно, вырежу. Ну еще не благоустроили. Да, не благоустроено еще. Главное, но зато все есть. Магазины, нотариус, мясной мир. Как бы вышел и отоварился, ехать никуда не надо. Предусмотрено то, что вот в новостройках первый этаж, это все получается занято. Как говорят, коммерческой инфраструктурой. Да, вот эта улица у нас идет на Сулпак, ой, на Строймарт. Строймарт и Метро. Тоже все вот застроено, видите, здесь идет как уже эти дома, двухэтажные, трехэтажные. А здесь через дорогу, получается, пошли новостройки. Ну, хорошо, да. Ребят, вот эта дорога идет... Помните, раньше, это вот улица, Саш, как называется? Татимбет. Татимбета улица. Вот все, что с той стороны, все застроено. Так говорю, скоро Юго-Восток соединится с Майкудуком. Здесь уже сделали центральную такую дорогу, именно на Майкудук. Уже объездная такая прямая дорога, не через мосты там, а вот именно... В общем, едем в Global City. Вот мы приехали. Да, уже подъезжаем. Здесь все, короче, полностью торговый центр. Здесь чего только нет. Чего тут нету? Чего только нет. Чего тут нет? Чего нету тут только? Ничего тут нет. А мне кажется, уже ярмарка все разошлась. Да. А? Нет, Вика, не разошлась. Еще машин много. Global City, да. Вот, ребятки, полностью дорога пошла на Майкудук. Все, мы въезжаем в Global City. Территория Global City. Сейчас мы тебе это еще посмотрим куртку. Интересно, а здесь есть? М? Вещевой.